Причем огромная, даже в Красной Заре, в самом дальнем районе, то есть интернет и компьютер. Ну вот, посмотрим мне на адрес в данном проекте. Давали время своих и место на газету. Я предполагаю, что другие соответствующие службы, которые за решение первого этапа по завершению назначения ответственности, который был принят. Вопрос у нас еще возникал, как награждать, вернее, в плане определять победителей. Либо это будет один победитель, либо это первый, второй, третий. Но мы все-таки пришли к единому мнению, что это должен быть один победитель, самый народный милиционер.